что, Люся? Это секретная комната? Обалдеть, как он его нашел? Не знаю, что это? Да ладно! Пять? Четыре? Что? Три? А, да никто не бежит! Что это, Гравина? Это большой мангазик! Офигеть, так вот кто съел новую карту. Я ищенку жарят! Ой, я так что-то кушать захотела! Ой, я тоже захотела кушать! Так, ладно, давайте смотреть. Да. Это столовка, тут пришел оранжевый кусок. Надо это, надо брать вкусняки и смотреть вместе, поедая вкусняки в следующий раз. Выглядит вкусно, надо попробовать. Да. На тебе. А кто любит Амангаз, ставь лайк. И не забудь нажать красную кнопочку, сделать ее серенькой. Люблю тебя, Мур. Самые смешные моменты в Амангазе. Привет, любители Амангаз. Сегодня новые крутые анимации на этой неделе. Давайте смотреть. Ого! Но это не просто, смотрите, это логика. Логика предатель. А вы как? Видите? Блин. А как он всех убьет, ребята? Давайте смотреть, это же логика. Да. Ну, по-моему, он в шоке, что он никого не может убить. Да. Ну, боже, все заметят сразу же. Так, он проползает, такой, да что вы здесь? Ему надо дверь закрыть и всех прибить к кровати. Нет, он замечает, что в реакторе не было ни одного, прикиньте. И он делает саботаж. Надеюсь, что сейчас кто-то побежит туда. И сейчас все туда, как ломануться? Ага, ломанулись прям все. Никто, все стоят, повернулись. Ну и фиг с ним, сгорим еще там. Там пусто. Кстати, никто не бежит. Все думают, что вот типа другой пробежит. Ну да, всех же много, все думают, а что ты такой, не бежишь? Пойдем, починим реактор, пойдем. Ну пойдем сходим. Он такой, да ну нафиг, пусть другой кто-то починит. Такой, ты думаешь? Так сейчас импостер выиграет, если они не починят. Пять. Четыре, что? Три. Три? А, да никто не бежит! Офигеть! О, нет, один! Все, это пропал! Кстати, солнышки, подписывайтесь на наш каналчик. Кто еще не подписан, кто любит Амангазик, и хочется играть вместе на новых картах и новых картах. Не знаю, но, по-моему, это просто. Присоединяйтесь к нашему дискордику, ссылочка в описании. Ну, кстати, у меня такое было один раз, когда я не побежала чинить, и никто не побежал. Весь экипаж глупый. Так, ну что, давайте смотрим следующий сюжетик. Он на потолке, потому что... Он вверх ногами! Круто! Сила тяжести притянула, попа перевесила. Он такой, блин, импостер какой-то. Дай говорю линейку! Подождите, вы ничего не видели? Он такой, я этот горе-импостер. Он тоже импостер! Да, смотри, как надо, один нижний, другой верхний. Он ему подал! Такой, блин, что она делала? А он, короче, желтый просто был глупый мирный экипаж. Да. А это, кстати, наконец-то анимация на новой карте. Когда она уже выйдет? Кто тоже хочет, чтобы вышла новая карта, ставь лайкосик. Это капитаны корабля! Потому что, мне кажется, она уже никогда не выйдет. Они ее обещают, обещают. Но давайте смотреть, что тут происходит. Они сели уже корабль. В наш новый корабль. Я уже и хочу. Делают задание, куда-то летят. Балди, ты хочешь поиграть в нее? Я, конечно, хочу больше всех. Я уже так о ней мечтаю. Уже, честно говоря, злюсь на них, что они не выпускают. Ого! Они увернулись от гигантского кулака! Какого кулака? Кто это? Откуда он вообще взялся? Откуда он взялся? Не знаю, но... Ребята, там Халк! Не знаю... Что это, Гравина? Это большой мангазик! Офигеть, так вот кто съел новую карту. Я так и знала, что поэтому она не выходит. Ребята, нужно победить гигантского салатового, тогда выйдет новая карта. Короче, по-моему, он слопал этот экипаж, и как раз поэтому в люди играют. Он такой медленный! Даже он огромный. Он точно сожрал наш бедный экипаж. Но он не достал еще, он еще такой язык не отрастил. Ну давайте смотреть следующую анимацию. Это, кстати, сейчас топ анимация в Ютубе, поэтому давайте смотреть, что мне такого крутого. Желтый импостер! Она, кстати, набрала, извините меня, 1,5 миллиона за один день. И, короче, сразу дали всем понять, что желтый предатель. А ничего, что он остался? Ребята, вам ничего не подозрительно? Ой, может, он в это отходил в одно место. Может, он писал стал под стул. Так, ну ладно, давайте смотреть. Он идет в комнату, где камера. Ну, обычно вроде камера. Да. Обычно там никого нету. Зачем ты туда идешь? Я туда никогда не хожу. Может, он на камеру хочет посмотреть? А что там смотреть? Подожди. Он стол отодвигает. Нет, он отодвинул стул. У него под столом, наверное, какой-то проход. Что? Подождите, что? Что? Там тайник! Как там еще один люк? А вдруг реально там люк на этой карте? Я прям Ребята, давайте что? Пойдем подвигаем стол! Там пицца! Это секретная комната! Так ему убивать надо! Как он тут сидеть будет пиццу кушать? Короче, он проиграет!
Не знаю, он, по-моему, пришел пожрать. Балди, это не ты там случайно? Он нашел как импостер, сейчас будет делать саботажи отсюда, он начинает хакать. Подождите, у него какая-то загрузка идет. Смотрите, загрузка импостера. Он читер! Подожди, а что у него? Какие-то новые функции, что ли, открываются? Открылся новый кто? Непонятно, что у него за новые новый функции? Новый корабль? Нет, какие-то у него дополнительные штуки. Хак? Глянь, у него 4 новые, короче, эти... Он может разблокировать скорость! И может убить всех одной кнопкой! Вау. Так, давайте смотреть, что это означает каждая кнопка. Так, уходи. Ну, куда он идет? Сейчас он придет. Ребята, это что, реально такое будет на карте? Я такое хочу. Я тоже такое хочу. Ой, смотрите, заболели! Розовый увидел! Ай-яй-яй, собрание! О, как он быстро побежал! И сейчас он разблокирует скорость и догонит его! Думаешь? А ну какая суперскорость! Сверхзвуковая! Полетел! Ай, нет! Не успел чуть-чуть! Или успел? Не успел. Не успел! Грустно. Не, желтый успел! Ну, я хочу такие, кстати, функции. Но вы заметили, что, никого кстати... нет. Мне всегда хотелось бегать быстрее остальных. Так, он разблокировал Unlocked Colors. Наверное, он будет менять цвет. Вау! Да! Он поменял цвет! Запалили его! И сейчас будет выгонять... Кого? Не знаю. Зеленый. Он говорит, X-Red, I saw him. Это он. В смысле? Я в админе был. Он такой, нет, ты убил, я видел. Короче, сейчас выгонят не того красного. Да, потому что наш же он поменял цвет импостер. Обалденный лайфхак. Видите, такие, да. Проголосовали. За красного, и красный такой, о, но. Он не был предателем, блин. Ну. Да, он не был следующее предателем. Следующее давайте смотреть, друзья. Так, он опять бегает. Боже мой, секрет, это какие следующие два лайфхака будут? Так. Убили черного, это видел зеленый. И он стал невидимым. Призрак, да? Invisible. Что? И сейчас зеленого выгонят, все подумают на него. Нет, это не я. Я хочу такой лайфхак. Лайм. Кстати, есть такой прикол, что как только появляется в анимации, потом добавляется в настоящий картик. Now. Да, вы помните, как мы снимали доктора, и сейчас есть уже анимация, этот, получается, мод доктора? Так, он такой, типа, все, беги, он импостер! Он такой, да, голубой импостер, что ли? Нет, лаймовый импостер! Все от него, короче, кругами бегают, он не может никого догнать. Какой же будет четвертый лайфхак, друзья? Не знаю. Я не знаю, это что-то под вопросиками. Ну, давай! Догонят он его или нет, ребята? Не знаю. Вау! Он прыгнул на окно! Он затуху сделал, как в цирке, проголосовали, выгнали желтого. Так что, он не воспользуется последним? Так ему надо было цвет поменять. Непонятно, но он же... Подожди, последний хак у него! А, реверс? В смысле? Вернуть время! Да ладно! Вернуться в прошлое! Он может вернуться в прошлое? Да, извините, круто. Я все еще тут. Он видоизменил, короче, все. Он поменяет что прошлое, он делает, чтобы его интересно. Не выгнали. Не знаю, он либо убьет сейчас коричневого, ну, вот этого черного. Ему нужно убить серого, да! Он успевает. Круто, ребята, как он успел? Дети. Победа! Молодец! Ну, короче, с такими, легко победить. Так, а это смотрим еще одну новую анимацию. Я ищет кушать. Ой, я так что-то кушать захотел. Ой, я тоже захотела кушать. Так, ладно, давайте смотреть. Это столовка, тут пришел оранжевый фрукт. Надо брать вкусняки и смотреть вместе, поедая вкусняки в следующий раз. Выглядит вкусно, надо попробовать. Да. На тебе. Вау! Он его спал. Кипятков, белый импостер. Что за? Он его. Он реально импостер был. Обалдеть. Пока. О, повар-предатель. Короче, я уже не хочу яишенку. Он еще и посолил ее, ну вообще вы это видите. Напоследочек, чтоб зеленый покушал. Ко-ко, комната с оружием. Он такой, хочешь тортик? И торт. Ой, вкусненький. Он всех угощает, да. На самом деле он предатель, не верьте ему никто. Он такой, я тебе кусочек отрежу, вот смотри. Такой, будешь тортик? Он, спасибо. Ладно, все, иди, пока-пока. Так, а тортик что, отравлен? Нет, он, смотри, наверное. Ой, фу, он всех почикал. Короче, он... Задумал что-то еще, но его зеленый палит. Он уже... его пытается подозревает. Он уже понял, что импостер белый. Мне кажется, он уже хочет его рассекретить. Ему нужно же забрание забрать. О, он его поймал. Он заметил зеленого. Нет, смотри, зеленый такой. Да ну нафиг, все, иди сам жарь. Он переоделся в зеленого, наверное, малина. Нет, это зеленый его поймал и рассекретил. Круто, молодец, да. Зеленый. Да, все, не это повезло. Было круто. Не ну было. А сейчас, кстати, офигенные новые от Пумбы анимации. Ну вот эти его прикольные, давайте смотреть. Короче, он бегает у нас по палубе.
Ой, прям при розовом, ребята, это что, лайфхак? Троллит его, просто розовенько. И он сейчас побежит на кнопку нажимать, но он не успеет, потому что кто-то его ждет. Ага. Ой, Куш! Я не знаю. А как Мирни будет с внуком? Не знаю, может они это, только прикол такой. Так, теперь Пумба Мирни пекает карту. Так, он пропекает карту и стоит такой, типа, смотрит. И чего? Он запаливает, кто все-таки импостер. Наверное, фиолетовый. И кто еще стоял, не выполнял задание? Белый, да? Походу, никто не выполнял, кроме него. Так, он такой, короче, он пишет белый и фиолетовый. Он не пикал, белого выгнали, был предателем! О, он такой, типа, все, держись, следующий. Ничего. Не знаю, только давайте смотреть. Он, короче, пишет, что пёкл. А он говорит, почему, типа, докажи. Я такой, в смысле? Зачем тебе доказывать? Ты же видел, что я, типа, вначале написал все правильно. Он такой, нет, короче, у тебя нет пруфов. И вообще выгоняю. Все, выгнали еще белого. Нубы! Вообще, он же, блин, вообще непонятно, почему. Он такой, все, наверх. Не хочу этот компьютер. Пью. Подписывайтесь на наш каналчики, на Валеришку Геймс, Валеришку Плей, Валеришка Макс, там обалденные ролики про сиреноголового выходят, это я вам спойлерю, поэтому обязательно смотрите и не забывайте про наш каналчик, если вы еще не подписаны, присоединяйтесь к нашей супер банде, у нас уже 2 миллиона, мы вас всех очень любим. Мы самые лучшие. Кстати, пошли кушать вкусняшки. Go кушать вкусняшки.